апреля 8-го. Бесценная моя Варвара Алексеевна, вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, да нельзя счастлив. Вечером часов 8 просыпаюсь, вы знаете, маточка, что я часов другой люблю поспать после должности. Свечку достал, чиню перо, приготовляю бумаги. Вдруг невзначай поднимаю глаза, право у меня сердце так и запрыгало, так и таки тони речи, вот сердечку моему хотел. Вижу уголочек занавески у окна вашего, за грудой прицеплен горшочку с бальзаминчиком. Тут же показалось мне, что и личико ваше мелькнуло у окна, и в воображении моем так и засветлела ваша улыбочка, ангельчик. Какова наша придумочка насчет занавесочки вашей, Варенька? Опустите занавеску, значит, прощайте, Макар Алексеевич, спать пора, поднимите, значит, с добрым утром, Макар Алексеевич, какого-то вы стали. А вот куда это вы утром ходили сегодня, Варвара Алексеевна? Каташка весенняя, порхнули из комнаты и по двору прошлись, такая веселенькая. Ах, Варенька, вы не грустите, слезами горю помочь нельзя. Прощайте, мой ангельчик, целую ваши пальчики и прибываю вашим нижайшим слугой и вернейшим другом Макаром Девушкиным. Я вам присем, Варенька, посылаю пути-конфект. Как вы скушаете их на здоровье?